Несколько лет осенью и весной в Даугавпилсе проходила акция по сбору зеленой массы, во время которой жители частных домов могли избавиться от биологически разлагаемых отходов, возникших в результате уборки территории, прилегающей к их собственности. 21 мая в частном секторе вновь будут установлены большие контейнеры, куда можно будет выбросить зеленый мусор. Ранее акция проводилась, чтобы жители, в чьи обязанности до сих пор входила уборка прилегающей территории, могли выбросить листву деревьев, скошенную или сухую траву, ветки деревьев и кустарников. В этом году правила, ранее накладывающие такие обязательства, претерпели изменения, и функцию уборки взяло на себя самоуправление. Вместе с тем, и сбор зеленой массы в прежнем формате утратил свою актуальность. Тем не менее, прислушиваясь к мнению горожан, было принято решение вновь установить контейнеры. Однако, теперь это будет не продолжительная, а единоразовая акция. И самое главное отличие, значит, когда контейнер поставлен, мы ждем, когда он заполнится, и потом контейнер вместе с зеленой массой отправляется на полигон бытовых отходов, и больше контейнер мы не ставим. Если у кого на самом деле остались зеленые отходы с прошлого года, значит, надо уже заранее эти отходы положить в мешках 21 числа, сразу везти и выкинуть эти отходы. Не надо ждать 22-23 мая, сразу после установки контейнера надо все это и сделать. Контейнеры предусмотрены исключительно для биологически разлагаемых отходов. Категорически запрещено выбрасывать бытовые, строительные и опасные отходы. Жители призывают заботиться о чистоте нашего города и действовать добросовестно, используя контейнеры исключительно в предусмотренных для этого целях. Основываясь на изменениях в обязывающих правилах Думы, согласно которым уборка прилегающих к частным домам территорий теперь производится силами и за средства самоуправления, на этой неделе начался покос травы вдоль грунтовых дорог и частных домов. Эти работы проводятся согласно графику, опубликованному на домашней странице самоуправления daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.